Вот его даже не ранил. А ну свали. Потом. Так, теперь. Теперь. Кто не знает Кто не знает тактику на тактики? Синдрагосу и на Лича? Эрдру Баногик, этот Гринок. У меня был только на церкви. Если отличий нет, то все. Гринок. Сложил, не знает. Ичеев не знает, да? Да. А кто из вас двух локов не настолько тупой, чтобы не вайпнуть рейд? Ну, типа увидеть синюю метку над головой. Сможете? Кто-то один из вас хотя бы. Ладно, одна. Спеки хила. У кого есть? Шансунг есть? Да, есть. Надо ДЦшника. Сейчас еще кого-то посмотреть. А, танка спеки у кого есть? Вары. Так, снуфбол. А, Лича Синдру танчил? Синдру, да. Че на Личе? На Личе. Вот че там, это разрул-то дальше будет или нет? Дальше после Лича. Ну все, поехали тогда потихонечку. Так, значит, подожди. Багельник, вот этот, как тебе, Гринок, Багортик, это самое. Квартируйтесь, Долоран. Ваш рейд закончился. Ну смотри, он может спекнуться, в принципе, на Синдру танком, на Личат, я потанчу. Так, я да, верю, да. Мне нужно, чтобы ты похилил. Да я сейчас посмотрю, что на Личе, наверное, будешь тоже хилить. Сейчас посмотрим. Снуфбол, спекайся в танка, я посмотрю твоего танка. Пятая пати в хилов. Восьмая группа, спасибо за рейд. Там вроде на Эрдру шмоток никаких не было. Кольцо на танка. Это и кольчуга. Кровавая пучина еще есть. Если надо, в ПМ напишите мне. Пучина. У тебя есть еще и руки на танка. Так. Держу в курсе. Какие руки, не знаю, про что ты. Честно, по-моему, смотрю. Руки на танка падали. Шо, покурить успею сходить? Одну минуту тебя. Так, таланты. Более мертвых, нечестивых. Фрошмот есть? Или сапрот? Сапрот есть. Ага, и бани, было бы неплохо. Вот само собой. Так, теперь. Так, все тут уже. Я думаю, будет. Тебя на второй менять. Да, я буду танчить, ты будешь на второй менять. Теперь чек на присутствие на пул. Думаю, все уже бафнуты. Еще подрублю активацию, чтобы, блять, кнопку не тыкать. Метки поставим. Так остальные метки что? Стояние с собой не берете, да? Глыбы, глыбы, куда будем раскидывать?
Вспомнишь старое. Нет, я... Новое место сдохло. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Я могу встать. Да. У меня каски нету. Дайте сумку, что ли, не лежать к вам. Я вам каски хуй не дам, блядь, никак. Я мафую кулаки, присты. Ешьте ДД рыбу, пока Синдра садится, правда хорошая идея. Дайте приста баф какой-то, блять, лапу.
Ешьте рыбу, кто не хилится. Сидите, просто рыбу ешьте и все. Я вообще не понимаю, о чем прямо. Кто не умеет бегать ближе к боссу, просто стойте перед плечами. Он отбежать не смог. РДД, РДД, боковые, милики, централь. Центральную стоп не всем. Сейчас танк помрет.
Скажешь, когда менять тебя. Меняю тебя. Пойдет. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Беги, малышка, беги. Ебать, отчего. Ну где же глык? Ого. Да ты... Ты лича не грохнешь таким рейдом. Синдру сложнее, чем лича убить так-то. Не да. Выглядит. Еще как. Легкую вообще. Если синдру убили, считай лич уже ага, мертвый. Сейчас как с накачем было. Ебать!
Не, там летит. Летит. Сейчас можно. Слышь, Войт, тут. Нам нужно запрятаться. Император просит, чтобы ты его размотал. Дай мне помощника, я сову возьму. Да он в Дискорде, походу. У него мут там. Видел, сколько ачив на Синдре? Ебать, тут сейчас сколько они до Петра. Да тут половина твинками, блядь, чё ты хоть не неси. Ну, есть. Я на шпешке. Чё, мне в танк дальше? 255 у меня, не 250, я ошибся. А, нет. Да, давайте. Так, я рыбу ставлю, отойду к белому на пару сил. Ешьте. Можешь этому Митрофанову ассиста дать, он мне пати кинет. Могу. Че, опять всех тащить, только уже на личах? Нет, да лич оставаться. Лич легче. Все осквернения нормально будет сложиться, значит все. Легче. Ну, легче можно. Только осквернение и все. Кто этот мудак, я не знаю, что делать, просто на второй фазе нахуй скиньтесь, блядь, с обрыва и все. Не в ДЦ оставаться. Я хотела пошутить, но думаю, не. Это дай еще раз диск, пожалуйста, вон там люди спрашивают. Да вон пускай пианист его возьмет. Кому там лоб? Кому там... Икарус, типа. А кто ему мут давал? Я не знаю, кто давал. Как Ник, скажите мне, подожди, Войт. В Дискорде. Лёг, вон, Икарус тип альфа. Так-то я снять могу, но я не знаю, кто давал. Я тоже не знаю, кто давал. Я вообще не знаю. Да всем привет, я хотел просто поздороваться. А, ну все, бань дальше. Тихо, Войт, давай, уже 2:30, давай быстро. Вы? Да, я в ДЦ, но... Тут 4 села отправятся, прохилят, и все. Я могу подамажить. Я могу подамажить. Типа, нет, шаман пускай остается. Шаман ДЦ, два рестар друида. Паладин квест. Ну давай, я в ДД. Ой, только поставь на ДЦ, не меня, пожалуйста. Не ДЦ. Мастера аура толкать. Нет, я могу ДЦ жить, не диспелить. На это есть я, да. Тоже. За диспел вам уши наберу. Все, больше никто не диспелится. Самое важное дело. Это обычка, это обычка. Так что можете разбежаться на края, на осквернение. Сейчас я подхожу. Можешь запускать босса, типа, пока босс дойдет.
Яру, ты где даешь? Единственное, когда говорят вальки, сбирайте все под плеча, блядь, чтобы вальки шли вместе. Вы после первых валик Еру давайте. После первого осквернения. Замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. Что ты своими в обычку не ходишь? Будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Мы ходим, а сколько собираем? Твои отчаянные крики. У нас так скучно, блядь, за три дня все. Доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Сергей, подведи. Просто немножко ближе к криту. Смотрите, как мир рушится вокруг вас. Что, духа нет? Хил в трусах. Зачем там? По малому кругу сейчас бежите. Милики, отойдите. Ученики, кто?
печенька, потом трусы. Кто там сказал? Стопкайте по лайку, не бейте. А где мы надавились, вы что делаете? Пизда, где? Стоял на месте, вообще не двигался. Кто там, блять, вообще разлил это искренне? Лок Чейз. Чё он там делал? Да интересно. Почта. Поднимемся, я поставлю. Сейчас поставлю. Ну, 3% у него випка, значит. Ну это же он в тишке стоял, блядь, когда сверху там я заглядел. На срез, да? Так, а Devil Pax вообще валик не бьет или как? Не вставайте, на срез дам. Ожидали. Не, по валькам 0 урона. Хотя, может, он первых вальках был, не факт. Ставите шкафчик. Огромная просьба сейчас будет не выносить, пожалуйста, осквернение под валик. Меня заебало вот с уголочка прям подлазить, давать по ней стан. Я не хочу там выцеливать. Я просто хочу подойти и дать нормально Вале стан. Почему я там должен подлезать как-то под осквернение? Зачем это вообще туда лить? Маните меня, Куйпул. А ты чё, блядь, где? Осквернение? Я значит... почту пошел ставить. Так почта, блядь, тут стоит, сука, за ним. Почта России у тебя что-то? Боссы специально поворачивают в определенное место спиной. Вы разбегаетесь вправо или влево. Под плащом никто не стоит. Старгейзер. Право и лево руки разбегаются все. Никак за ним. Кто умеет, блять, нормально выносить осквернение, отбегайте подальше от всех тех, кто не умеет. Кидалось бы оно еще на тех только, кто умеет. Не, было бы замечательно. Их там просто человек 6, кто не умеет. Эти 6 человек, как бы, даже если все разбегутся подальше, блять, кто умеет. Шанс. Ну, если только сами. Ну, шанс побольше просто будет. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ну, в принципе, служил, даже не играл. Он по валькам. Ребята, не прыгайте в лужи, пожалуйста. Просто бегите, не надо прыгать. Каждый прыжок в лужу в черную. Увеличивает количество тика, то есть она растет от каждого прыжка. Чего не флудить? Да будет так. Герои в атаку! Идет у нас осквернение, на раньше разбегаетесь и все. Больше ни хрена вам за один. Там, который в квадрате, чуть поближе, стоит так удобно. Thank you.
готовься. Не спал. Поставьте тем на мана, пожалуйста. Не вижу, какой мерки гром по. 2 секунды осквернения. Зачем вы опять под осквернение выходите в правую? Встаньте в другую сквернение. Вернение 5. Бронсон. Вот это человек, который вообще... Выбежи, выходи оттуда. Выходи, выходи, выходи. Что-то подстал, а он под меня разлил, бля. Дастин, Дастин. Ну, меня...
Ляночка, гимн на ману, если есть тотем на ману. Гимн дал. Там 3 пятиста гимн дают. Ляночка, Ляночка, ШП чем? Фером? Шаклом. Шаклом, все понял, хорошо, все понял, спасибо. Есть, есть, есть. Есть, все. Поможет. Я просто, просто за ШП давно не играл. Не подбегайте под Лича, осквернение потом под Лича. Все, все. Смотри, ой, есть. Дайте ему. Давай. Переводи. Тоже сам. Не спешите, пожалуйста. Сначала осквернение, подлеча. Беги, малышка, ой, беги! Это Геро. Жить все. Ты как умер? Да, все, малыш. Че, со спугу ебанулся, обрылся? Обрылся. Три осквернения на мне. Три штуки. Как это? Забей тортик. Одна... На мне бабу. Мастер, что там, скользкая платформа, да? Пианист. Здесь? Давай за завтрашний РТ. Это двойной ЕП. Что мы сегодня по ночи... Ну чё, мастер, из-за ачивка можно идти 25 хм. Надо. Только зломан надо закрыть тебе. Да? Всё, теперь можете покупать шмот у нас. Все можете ходить. Я первый на очереди. Взаимно, старик. Не, маг должен...